Тем временем власти в Киеве пытаются навязать Москве свои условия погашения займа, который в конце 2013-го спас украинскую экономику от краха. Речь о 3 миллиардах долларов, которые Украина, согласно взятым ее обязательствам, должна вернуть в декабре этого года. Премьер Яценюк в телеэфире фактически выдвинул ультиматум. Или Россия списывает часть суммы, а по остатку предоставляет отсрочку, или Украина вообще откажется платить. Мое повідомлення Росії дуже просте. Мое послание к России очень простое. Либо примите те условия, которые мы предложили иностранным кредиторам, либо других условий вы никогда не получите. При этом российский Минфин неоднократно напоминал украинскому правительству, что долг перед Москвой не частный, а государственный. И если Киев его не погасит, это автоматически будет означать дефолт. При посредничестве МВФ Кабмин Яценюка смог договориться о реструктуризации и с американскими инвестфондами. Их средства как раз признаны частными. В обмен на повышение процентной ставки по оставшейся части суммы. По данным прессы, уговорить пытались еще и британских кредиторов, но те отказались обсуждать прощение долга.